Так, сегодня 7 ноября 2007 года, 90-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас мы фотографируем и снимаем заход солнца в городе Санкт-Петербург, Флорида, Санкт-Пит-Бич. Солнце над Мексиканским заливом, вот оно потихонечку уходит за горизонт, но мы-то знаем, что Земля вращается на самом деле, вон птички пролетают. Я не знаю, видно их или нет. Вот осталась одна четверть от солнышка. Вот сейчас уже лучше видно. Вот таким вот образом. Вот солнышко уже почти полностью ушло за горизонт. Так. Ну вот уже остался маленький кусочек. Ну вот и все. Солнце полностью находится за горизонтом. Вот таким вот образом. 7 ноября 2007 года. 90-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.